молодец, еще раз к нему. Правый через руку пробей. Когда юный боксер на ринге, а напротив сильный соперник, только тренер со стороны может заметить слабые стороны и подсказать воспитаннику, как действовать. Поэтому на соревнованиях так важно взаимодействие наставника и спортсмена. Ты должен, у тебя чтобы одно ухо было открыто, ты должен думать, самое главное, про свои действия. Это очень важно, тренер слушать. Ты работаешь, он тебе подсказывает, тренеру виднее, как там на ринге все происходит. Областной турнир по боксу памяти почетного химика Леонида Бутовского собрал в Балакове 150 боксеров из 6 регионов страны. Соревнования проходили 3 дня. На кону 34 комплекта наград. Отдельно для каждой весовой и возрастной категории. Участников так много, потому что бокс – один из самых популярных видов спорта. Входит большинство, больше, чем другие секции к нам на бокс. Один из двух самых популярных видов спорта – это вот бокс и футбол. Я занимаюсь 3 года боксом. Бокс мне нравится, он дает уверенность вообще в жизни. Никогда нельзя опускать руки, так же, как и в жизни. То есть полная аналогия. Этот турнир по боксу прошел в нашем городе уже в 5-й раз. Юбилейные соревнования решили организовать в спорткомплексе, который расположен на территории балаковского филиала АО «Апатит». Леонид Бутовский, возглавлявший предприятие в конце прошлого века, был бы счастлив. Его родной завод продолжает хорошее начинание. Сам Леонид Борисович был не просто ярым болельщиком. Он немало сделал для балаковского спорта. Это легенда, который сделал очень много и для города, и для района, и в том числе и для спорта. Поэтому этот турнир должен проходить. Я даже хочу сказать, что приглашали его дочь приехать. Она и сказала, я очень рада, что моего папу помнят, чтят его память. И если возможно, пришлите фотографии, чтобы просто в семейном кругу посмотреть соревнования памяти Леонида Борисовича Бутовского. Химики сохраняют традицию поддержки спорта. Тренеры и спортсмены, которые уже много лет приезжают на балаковский турнир, отмечают тот комфорт, который их окружает в нашем городе. Благодаря поддержке компании «Фусагра» им не приходится думать ни о чем, кроме соревнований. Компания на себя взяла полностью обеспечение, проезд, трансфер, проживание. Поэтому тут неоценимый вклад, который она оказывает для наших детей, для наших занимающихся спортсменов. Всего города. Он неоценим. И результатом этой поддержки становится победа балаковских спортсменов. В копилке воспитанников спортшколы «Олимпик» и команды «Дрозд» Балакова 41 медаль, 10 из которых высшего достоинства.